Все, держу. Отпускайте. Чуть спина не сломалась. Все, товарищ Пономарев, держите. А то мне тяжело стало. Здесь все. МЧС, лесная охрана, ГО и ЧС, группы временного реагирования и патрулирования. Это большая команда к борьбе с огнем готова на все 100. Ну и используем также мы на сегодня день бензиновый аппарат. У нас типа дождя, мелкого, очень мелкого такого все. И заменяет 2 РЛО 20-литровых. Он, получается, дым гасит и меньше поступает кислорода в огонь. И быстрее тушится. В этом году хотим вам большое спасибо сказать. У нас появился новый трактор. Предыдущего... Гусеничный, вот этот синий. Новый трактор. Его предшественник, он 5400 километров только напахал. Он допахал до Калининграда, можно сказать. 500 метров до Берлина не допахал. Новенький трактор обошелся бюджету Улан-Удэ почти в 6 миллионов рублей. У городского лесничества на него большие планы. Необходимо проложить 300 километров минерализованных полос. Помогать ему будет этот красный трактор. В этом году его капитально отремонтировали. С утра до ночи, с ночи до утра он работает. И также работают люди. Это практически люди такие же стальные, как и техника. В такой пожароопасный период необходимо провести все профилактические работы. В первую очередь это, конечно, опашка лесов вокруг города. И в самих лесах, наших городских лесах, а их почти 90 квадратных километров, провести минерализованные полосы, чтобы, не дай бог, если случится пожар, остановить их в самом начале. Добавлю, что здесь представили не весь арсенал техники. Остальные на дежурстве патрулируют леса. Алтан Мункуева, Александр Семенов, телекомпания АТВ.